Обращаясь к истокам, и точно так же назвал свою выставку Семен Леонидович Кожин, к истокам, вот обращаясь к истокам своим, хочу сказать, что именно начиная с 1753 года этот род, давая начало строению на этой земле, то есть возводя особняки, созидая здесь жизнь, созидал здесь и вот эту духовную атмосферу. Ну, мне очень приятно, что сегодня в такой, так сказать, погожий день все-таки здесь собрались люди, которые неравнодушны к своей истории, неравнодушны к культуре, к искусству. Который он передает потом своему сыну Ивану, Ивану. Самое главное, что вот здесь, вот, когда мы изучали вот фамилию Кожиных, вот имена передаются там брат на брата, там разные, но самое главное, что они были несколько сыновей, там 8 детей, там 7 сыновей и так далее. Вот это две сестры, совершенно удивительные две сестры. Хочу сказать вам, что, конечно, каждый раз, открывая очередной вечер, который посвящен вот этой вот нашей родной книге, Сороконюшенный дом 4, вот, дом 4 в Сороконюшенном. Я на землю смотрю с голубой высоты. Я люблю это весь, неземные цветы, что растут далеко от обычных окон, как застенчивый сон заповедных снегов. Есть люди, которые откликаются на просьбы, и самые трудные минуты приходят на помощь. Буквально в кратчайшие сроки была восстановлена библиотека, и это очень отрадно, что мы, волокжане, помогаем друг другу, и не только в праздничные дни встречаемся, но и когда людям необходима вот такая конкретная помощь. Объявляется благодарность за участие в акции по сбору книг для сгоревшей библиотеки поселка Гремячий. Большое вам спасибо от всего благодарства народа. Спасибо. Мне очень запомнились ваши слова. Вы правы. Фамилию можно носить любую. Но что ты делаешь? Вот, наверное, вот это главное. Так что спасибо вам большое. Вам спасибо. Дома нет, я слышу, нам как ломаться.
Назвал свою выставку Семен Леонидович Кожин к истокам. Вот, обращаясь к истокам своим, хочу сказать, что именно начиная с 1753 года, а может быть и раньше немножко, было отведено вот землевладение именно роду Кожина. Ну, перед вами один из представителей этого рода. Это первое, это самое главное для нас. Этот род, давая начало строению на этой земле, то есть возводя особняки, возводя, созидая здесь жизнь, созидал здесь и
вот эту духовную атмосферу. Ну, мне очень приятно, что сегодня в такой, так сказать, погожий день все-таки здесь собрались люди, которые неравнодушны к своей истории, неравнодушны к культуре, к искусству. И мне хочется поблагодарить уважаемого художника Семена Леонидовича за то, что он доставил мне сегодня радость видеть эти картины. Потому что, вы знаете, сейчас вроде бы такое считается, что благоприятное время для искусства, такой всплеск вот всякого рода искусств, но как редко мы видим вот живопись, которую... Вот я не специалист в живописи, у меня отношение потребительское. Вот я вижу передо мной окно вот такой очень духовный русский мир, русской природы в самом лучшем смысле этого слова. И, так сказать, другие регионы представлены на картинах Семена Леонидовича, но все это, в этом есть нормальное духовное человеческое начало, нормальная традиция и то, что может воспринимать человек, не подготовленный к тонкостям живописи, а просто способный чувствовать искусство, чувствовать природу, чувствовать вот то духовное, что есть, потому что, хотя мы живем в таком мире непознанном и таком во многом для нас загадочном, но в то же время, так сказать, мы чувствуем, и у нас есть чувство Родины, и оно вот выражается в творчестве лучших, так сказать, представителей искусства. Род Кожиных, лесил 6-я часть, родословный книг, Воронежский, Тверский и Ярославский губернии. Ну, у нас здесь Кожини появились в 1835 году. 700. Внук Василия, значит, почти в 1735 году, это был девятое колено Иван Васильевич Кожин. Самое главное, что вот здесь, вот, когда мы изучали вот фамилию Кожиных, вот имена передаются там брат на брата, там разные, но самое главное, что они имели несколько сыновей, там 8 детей, там 7 сыновей и так далее. Но они в основном они были военными, они учились, значит, они служили отечеству, и в основном это было привилегированные полки, лейб-гвардии, это Семеновский полк, и лейб-гвардии, вот, Преображенский. Потом один сын, это Александр, который, это известный для вас тоже. Вот Иосиф Никитин Кожин, он воевал вместе с Суворовым. Это тогда уже Суворов пока еще не был фельдмаршалом, и даже граф Римнинский, но он разгромил турок из Кивурской косы, и вот здесь отличился Иосиф Никитин Кожин, и он Суворов не дождался, он взял свою шпагу и подарил Наси, и ты заслужил. Петр Павлович Кожин, который умер в 1890 году, у него было трое сыновей, но он не передал. Это уже все находится в Тверской висипалице, вот в Тверской губернии. Что я скажу? Хочу сказать, что... Так, Макола Северна. Да. Хочу сказать вам, что, конечно, каждый раз, открывая очередной вечер, который посвящен вот этой вот нашей родной книге, Сороконюшина, дом 4 в Сороконюшина, я хочу сказать, что всякий раз я забываю сказать, занимая здесь пост пресс-службы представительства Вологодской области. И Макола Чочи, я хочу Зверяне тоже сказать огромное спасибо. Вот, давайте скажем ему большое-большое спасибо за это. Далее я хочу... Вот эти две сестры, совершенно удивительные две сестры. Тоже юные две сестры, которые весь свой